Всем привет! Сегодня мы будем слушать Диму Рокса совместно с Фараоном. Трек называется «Не сегодня», друзья мои. «Не сегодня». Но, несмотря на то, что «Не сегодня», я напоминаю вам, что я написала книгу, и она есть в Литрес. У Максима есть канал, и он есть на Дзене и Ютубе. И все это есть под видео в ссылках, вы можете войти и посмотреть. А мы есть в Рутубе, если что, там вы нас обязательно найдете. Закрой свой рот, не ломай мой вайб. Я не они, и ты это знаешь. Длинный косяк и нам стакан. Она на земле, но она улетает. Две буквы Д, Дердиана. Сука так хочет лизать мои раны. Она жадно вдыхает остатки отравы. Оставь нахуй следы помады. Между нами. Нет, нет, не топи. Мне комфортнее в обмане. Я волну. Где мои 17 лет, друзья мои? Для нее нет любви, любовь только с деньгами. Нафиг банеты, не мажу как лила. Даже шарп шутер, но все летит мимо. Пол дон лай, он знает, чем сила. Машу им рукой, выходящие спины. Благодарю Бога, что мы в разных лигах. Я не участник таких All-Star игр. Ведь каждую суку, что они сняли в клипы, я снял давно и просто забыл их. Веришь чудеса, не сегодня. Могла бы сделать для тебя не сегодня. И оставляй меня такой не сегодня. Забрал тебя с собой, но не сегодня. Сегодня я бы взял тебя, но вышло не прикольно. Мама, прикинь, только лям, прости, я слишком своевольный. И твой парень не работает, судя по тебе, уволен. Я не вижу здесь текилы, но твой рот посыпет соли. Может быть, мне приложить тебя на рану, но не так. Только если не с руками, пока в копте сохнет лад. Я хочу... Вот о чем он? Смотри на это чла, детка, счастье не в оргазме, хотя слышу, я мудак. Платье Эрмеса не хватает только крылышек. Она не хочет в рай быть оскверенным чистилищем. Я люблю говорить, когда она дает мне в мост. И с меча на моем храме с тебя капает не воск. Не сегодня. Веришь в чудеса, не сегодня. Не сегодня. Могла бы сделать для тебя не сегодня. Не сегодня. И оставляй меня такой не сегодня. Не сегодня. Я бы забрал тебя. Друзья мои, не оставляй на завтра все, что можно сделать сегодня. Вот про что песенка должна быть, правда? Ну, что я вам хочу сказать, дети мои, что бы вам такого сказать, чтобы вы не обиделись? Ну, ладно, песенка, в принципе, неплохая. Конечно, опять вот эти вот тонкие намеки на толстые обстоятельства, вот. Но в целом, Фараон подрастает, у него все-таки уже немножко другие текста, и, ну, вот со смыслом, как всегда, не очень. Вот. Но, мне кажется, вот атмосферно было, или я уже настолько уже в вашем творчестве, что просто капец. Вот, поэтому по атмосфере все было хорошо, и даже голые девчонки не напрягали, причем хочу заметить, что... Что-то как-то накатило и захотелось вспомнить свои 17 лет. Ну, конечно, в свои 17 лет мы так себя не вели, об этом вы узнаете в моей книжке. Там как раз про это. Вот, но что-то как-то навеяло, захотелось немножко вернуться в свое время. И текста, по крайней мере, мата не было, все было в рамках приличия, все было более-менее нормально. И даже вот Дима Рокс, я его первый раз, и даже Фараон. Вначале, когда влез Фараон, я подумал, ну все. Но потом он вроде исправился, и стало неплохо. Поэтому я просто очень добрая стала последнее время, и 4 из 5 ему поставлю. Им обоим. Всем пока.